Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами, как всегда, Антон Холкин. И сегодня предлагаю разобрать вместе со мной песню группы Ляпис Трубецкой, которая называется «Я верю». Это красивая и добрая песня, которую я хочу вам сегодня показать. Ну, как обычно, в своих видеороликах вначале я сыграю, а после исполнения покажу вам, как я это делал. То есть разберем аккорды, перебор, бой и все остальное. Ну, а также под видео в описании будет текст и аккорды этой песни. Ну, пожалуй, начнем. Адам и Ева проснулись с утра, и вдруг Гелиос гордился работой всю неделю. Будет жара, дельфийский оракул следил за погодой. Карлик небесный, крылатый колибри, любил на заре напиться росою. Зебры, кентавры, волки и тигры, мифы бурлят горной рекою. Я верю в Иисуса Христа, я верю в Гаутаму Будду, я верю в пророка Мухаммада, я верю в Кришну, я верю в Гаруду, я верю в Иисуса Христа, я верю в Гаутаму Будду, я верю в Джа, я верю в Джа, я верю в Джа и верить буду. И верить буду. Хромой вулкан разводит огонь, Тору не нужен кованый молот, единый творец держит ладонь над картой жизни, где будет город. Легенды делают нас мудрей, мы чувствуем пульс единой вселенной. Апостол Петр, хранитель ключей, в волшебном танце с прекрасной Еленой. Я верю в Иисуса Христа, я верю в Гаутаму Будду, я верю в пророка Мухаммада, я верю в Кришну, я верю в Гаруду, я верю в Иисуса Христа, я верю в Гаутаму Будду, я верю в Джа, я верю в Джа, я верю в Джа и верить буду. И верить буду. Я верю в Иисуса Христа, я верю в Гаутаму Будду, я верю в пророка Мухаммада, я верю в Кришну, я верю в Гаруду, я верю в Иисуса Христа, я верю в Гаутаму Будду, я верю в Джа, я верю в любовь, я верю в добро и верить буду. И верить буду. Ну, давайте разберем аккорды. Значит, здесь аккорды довольно простые, их немного, всего 4. Значит, это у нас ми минор аккорд, ЕМ. Это первый аккорд. Второй аккорд до мажор, С. Третий аккорд соль мажор, Г, ну или G, соль мажор. И четвертый аккорд ре мажор, Д. Вот, то есть получается 4 аккорда. Как я сказал, с аккордами все здесь просто. Теперь, что касается перебора. Ну, перебор я здесь играю следующим образом. То есть, получается, я дергаю басовую струну, потом третья, вторая, третья, первая, и опять третья, вторая, третья. То есть, басовая, третья, вторая, третья, первая, третья, вторая, третья. Вот с аккордом это будет выглядеть вот так.
Вот. Ну, в принципе, можно всю песню играть с перебором или же с боем. Допустим, я в конце перешел на бой. Ну, бой следующий. Так, значит, бой такой. Значит, я бью как бы слабо, вниз, потом сильнее. Потом два раза вверх. Значит, так, целиком. Значит, бью слабо вниз, потом сильно вниз, потом два раза вверх. И так же, как в начале, слабо вниз, сильно вниз. То есть получается это вот так. Ну, с аккордами, соответственно, будет выглядеть вот так. Видите, все довольно просто, и аккорды, и перебор с боем. Ну что, друзья, сегодня вот мы разобрали с вами песню группы Ляпис Трубецкой, которая называется «Я верю». Ну, надеюсь, все было понятно и доступно. В принципе, песня довольно простая. Ну а с вами, как всегда, был Антон Холкин. Кто не подписан на мой канал, подписывайтесь. Найдете на нем много интересного, я в этом уверен. Ну а я желаю всем хорошего дня и хорошего настроения. Все, всем пока.